Хорошая разминка подготовит организм и разогреет мышцы перед предстоящей нагрузкой. Обязательно выполняйте такой комплекс упражнений перед каждой тренировкой. Ноги ставим на ширине плеч, спину держим ровно, руки вытягиваем вдоль корпуса. Выполняем наклоны головы вверх и вниз по 8 раз. Дыхание ровное, вдох через нос, а выдох через рот. Выполняем наклоны вправо и влево. Делаем круговые вращения головой по 4 раза на каждую сторону. Теперь круговые вращения плечами. Делаем 2 круга назад и 2 круга вперед. Одновременно вращаем 2 плечами по 4 раза вперед и назад. Делаем полный круг руками вперед. Повторяем 8 раз. Теперь полный круг назад. Руки держим на уровне груди. Делаем повороты корпуса вправо и влево. Повторяем по 8 раз на каждую сторону. Вытягиваем руки на уровне груди. Выполняем 8 поворотов корпуса, как показано на видео. Медленно приседаем на 4 счета. Делаем вдох, поднимаемся и делаем выдох. Из приседа выполняем 4 наклона вперед, касаясь руками пола. Остаемся в наклоне и 4 раза пружиним вниз, не отрывая рук от пола. Делаем перекаты. Пятку от пола не отрываем. Спина прямая. Дышим ровно. Повторяем 8 раз. Остаемся на левой ноге и делаем 4 пружины. Разворачиваем корпус в левую сторону и делаем 8 пружин. Повторяем то же самое на правую ногу. Ставим ладони на пол и постепенно собираем ноги, сгибаем колени. Круглой спиной постепенно раскручиваем позвоночник, начиная от копчика. Втягиваем живот, медленно поднимаемся наверх. Делаем глубокий вдох через нос и выдох через рот. Это была только разминка. А теперь можете приступить к тренировке. Будьте в форме! Все чаще на прилавках магазинов можно встретить такие надписи, как 0 калорий, 0% жирности, без глютена, без добавок, без ароматизаторов и прочее. Но чему на самом деле стоит доверять, а чему нет, мы разберемся в этом выпуске. И
первое, о чем хочется поговорить, это обезжиренные молочные продукты. Многие девушки, которые решают постройнеть, обращают внимание на надпись 0% жирности на этикетке. Но мало кто знает, что из обезжиренных молочных продуктов не усваиваются такие витамины, как А и Д, а также кальций. Кроме того, для придания обезжиренным продуктам товарного вида и вкуса в них добавляют большое количество сахара и усилителей вкуса. А так как именно жиры придают чувство сытости, то вы никогда не сможете насытиться обезжиренными продуктами и съедите гораздо больше положенного. Следующее, о чем стоит сказать, это йогурты с наполнителем. Выбирая между фруктовым йогуртом и обычным белым, всегда отдавайте предпочтение второму варианту. Фруктовые наполнители – это не что иное, как несколько ложек сахара и огромное количество ароматизаторов, стабилизаторов, регуляторов кислотности и прочих добавок. А безвкусный йогурт всегда можно подсластить полезными сухофруктами, фруктами или медом. Если вы сладкоежка и жить не можете без шоколада, то так и быть, не стоит лишать себя этого лакомства. Но важно понимать, какой шоколад является качественным и действительно полезным. На первом месте в его составе должны идти какао тертое и какао масло, при этом не менее 55%. Знайте, чем выше процент какао, тем меньше в шоколаде сахара. Избегайте шоколада, в составе которого сперва указан сахар и в котором присутствует дешевое пальмовое масло и кондитерский жир. Часто в качестве полезного перекуса многие выбирают полезное печенье и фитнес-батончики, но мало кто обращает внимание на их состав и действительно разбирается в полезности этих продуктов. А между прочим, в их состав входит огромное количество сахара, пальмовое масло, гидрогенизированные растительные жиры, они же трансжиры, бесполезные рафинированные злаки и прочий мусор для вашего организма. Многие считают, что хлебцы, в отличие от хлеба, совсем не содержат калорий, поэтому есть их можно без ограничений. Но это далеко не так. Во-первых, убедитесь, что они сделаны из цельных злаков, а не из пшеничной или ржаной муки высшего сорта. А во-вторых, даже правильные хлебцы необходимо употреблять в умеренных количествах. В вашем рационе обязательно должны присутствовать растительные масла. Это может быть оливковое, льняное или кунжутное. Но важно знать, что незаменимую пользу может принести только нерафинированное масло, на котором написано «Extra Virgin», кислотность которого не превышает 1%. Чем ниже кислотность масла, тем выше его качество. Рафинированные масла же получаются в результате прессования и многоуровневой очистки. Они содержат низкую пищевую ценность, зато высокое содержание канцерогенов и свободных радикалов. Поэтому будьте начеку, выбирайте действительно полезные продукты и не покупайтесь на уловки маркетологов. Существует множество различных способов шнуровки обуви. В этом видео мы расскажем о 5 самых удобных методах шнуровки. Перекрестная шнуровка или традиционная шнуровка. Шнурок пропускается через нижние отверстия и выводится наружу с обоих концов. Концы пересекаются, а затем пропускаются изнутри наружу через отверстия. Действия повторяются до верхних отверстий. Шнуровка изнутри наружу. Шнурок находится в нижних отверстиях и, перекрещиваясь, пропускается в отверстие выше. Концы перекрещиваются внутри ботинка и выходят наружу через отверстие, перекрещиваясь снова снаружи. Узор шнуровки повторяется до верхних отверстий. Прямая шнуровка по-европейски. Шнурок пропускается через нижние дырки и выводится наружу с обоих концов. Один конец шнурка накрест выходит через верхнее отверстие шнуровки. Другой конец шнурка накрест выходит выше через одно отверстие шнуровки. Продолжайте шнуровать попеременно одним и другим концом шнурка. Прямая или прямоугольная шнуровка. Шнурок пропускается через нижние дырки и уводится внутрь ботинка с обоих концов. Один конец шнурка поднимается справа вверх, выходит из нижнего отверстия и продевается в левое отверстие. Оба конца поднимаются вверх и выводятся наружу каждый через одно отверстие, протягиваются на противоположную сторону и тянутся выше. Продолжайте шнуровку вдоль ботинка, пока один из шнурков не достигнет верхнего отверстия. Другой конец выходит через оставшееся отверстие наверху. Шнуровка спрятанного узла.
Шнуруйте ботинок методом прямой шнуровки, но левый конец сделайте немного короче правого. Оставьте левый конец недошнурованным, а правый конец доведите до самого верха. Оба конца должны уходить внутрь ботинка. Теперь завяжите оба конца слева внутри ботинка. Ослабьте шнуровку по необходимости. Локоны – одна из самых женственных и красивых укладок, которая действительно подойдет для любого повода. В сегодняшнем ролике мы поделимся с вами простым способом, который займет у вас примерно 5 минут, а в результате вы получите красивые и объемные локоны. Вам потребуется резинка для волос, термозащита, круглая плойка, заколки, лак для волос. Соберите все волосы в тугой высокий хвост и разделите на 6-7 крупных прядей. Поочередно накрутите каждую прядь, не забывая закалывать горячий виток. Когда все локоны будут накручены, сбрызните их лаком и оставьте на 10-15 минут. По истечении времени удалите заколки. Поочередно раскрутите каждый локон. И снимите резинку. Разделите локоны пальцами и снова сбрызните лаком. Готово! Надеемся, наш способ вам понравился, и вы возьмете его на вооружение. Спасибо за просмотр и помните, вы прекрасны, а мы лишь помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту.